Друзья, всем привет! Перед вами Redmi Note 10, ссылки будут в описании на самые лучшие цены в интернете. Да и в принципе, если вы пойдете в магазин, там естественно будет дороже. В общем, переходите, пользуйтесь. Если хотели купить такой аппарат по самой лучшей цене, ссылки в описании. Ну что, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10, в принципе, вообще линейка Redmi Note 10, заявлена там какая-то IP, в общем-то защита, влагозащита. Самая элементарная влагозащита от дождя, от брызг, и все на этом. На этот момент я решил сделать следующее. В общем-то, думаю, дай-ка я проверю, что будет, если телефон, конкретно Redmi Note 10 перед вами, да, погрузить в воду. И не просто так на 5 секунд, а хотя бы секунд на 30-35 и посмотреть, что же будет, утонет или нет. Обычный сценарий, вы идете по улице, уронили его в лужу, ну где-то секунд 15, он вас может там как-то бультыхаться. Или там в унитаз, или там, допустим, в ванну уронили, воду набирали, в руке держали, да мало ли что бывает в жизни. Так что, я думаю, будет видео полезным, интересным, по крайней мере, как минимум. И что, наверное, начнем. Более я тянуть не буду резину. Итак, коробочка у меня, глобалочка, ссылка в описании. Ну что, вот такие у меня инструменты. Далее я возьму Poco X3, буду его использовать как... Так, нет, ты давай загорайся. Кстати, здесь есть Always On Display, но он, правда, не такой, как на Samsung, горит всего 10 секунд, но зато хорошая кастомизация, много всяких там часов, много всяких картинок, может что-то, можете сами что-то написать. Ну, прикасание оно срабатывает, так вот прикоснулись, да, так, вот, да, и загорается, не сразу, но со временем, но загорается, плюс еще анимация боковая есть. Как для такого бюджетника, я считаю, супер. Ну и вообще, это классный аппарат, всем рекомендую покупать. Все-таки за 10 тысяч рублей там его брали, да, за 10-800, за 10-500 даже на распродаже. Ну, блин, это самый лучший телефон, на самом деле, самый лучший, нет NFC на этом все. Так, ну что, переходим, часы, мне нужен секундомер. Так, стоп, где он тут, секундомер, что-то подзабыл, вот секундомер, берем, откладываем. Далее, вот такая у меня ванночка, ну-ка, ох ты, ё-моё, надо какую-то другую, стопэ, на паузу. Итак, нашел другую тару. Ну-ка, примеряем. Отлично, просто отлично. Так, ну, чтобы вы понимали, аппарат совсем рабочий, абсолютно новый. Есть распаковка у меня на канале, все, что хотите узнать о нем, есть. Уже два видео точно конкретные, отзывы, распаковка, все там переходите, смотрите. То есть, все абсолютно рабочее. Тач рабочий, звук есть, все это я уже доказывать не буду. Не верите, не хотите. Ну что, давай. Сюда помещаем, так, чтобы вам было видно, как тут отсвечивать нехорошо. А ну-ка я как-нибудь, ну, пожалуй, знаете что, я, наверное, погашу один соубокс, вот так, оно будет поинтереснее. Так, еще вот повыше камеру сделаем, пожалуй, вот где-то примерно вот так. Прошу прощения за вот такую трясучку. Так, надеюсь, там хорошо видно. Ну что, берем водичку, берем секундомер. Так, крышечку открываю. Сейчас будет происходить самое интересное. Ну, плюс-минус, как получится, друзья. Я тут не претендую на точность абсолютную, да? Так, как видите, аппарат работает. Там вот, как это называется, обои, видеообои, да? Ну что, мультяшные обои. Погнали, засекаем. Вот так. 7 секунд, 8. Ждем. Пока, смотрите-ка, работает пока. Все отлично. Вот поближе вам. То, что он там в водичке бультыхается. Я даже вот так вот сделаю. 19, 20. Давайте 35 секунд его подержат. Надеюсь, святая МИА ему поможет. А, какая там, 12.00, что-то там, тыры-пыры, стопыры. Так, уже к концу подходит это дело. Слушайте, я вот тряпочку не взял. Чем мне его сейчас вытирать? 36, давайте до 40. До 40, давайте до 45. Ох, рискую, жалко мне, телефон испортить не хочется. Давайте до 50. Минута, рекорд будет. 60 секунд, и хватит. Ну, дорогой, держись, держись, пожалуйста. Сейчас проверим. Давай, 57, 58, 59. Есть. Так. Ну, естественно, вы такие достали его. Встряхнули на всякий. Так, там резиночка, кстати. Надо было лоточек показать.
воду в сторону. Включаем софтбокс. Я не буду делать никаких вырезок, чтобы вы мне поверили. Так, а где же мне взять тряпочку? Так, у меня есть тряпочка, но она, правда, зараза грязненькая. Стопэ. Скинем. Так, ну что? Ну что? Кладем, вытираем его. Сейчас будем проверять, рабочий он, не рабочий. Для начала, естественно, меня интересует, попала ли вода. Так, сенсор работает, смотрите-ка, красавчик. Сенсор работает, оно. Все работает. Вода, вода, вода. Ну-ка. Сейчас попробуем вытряхнуть. Да, вода вытряхивается, она на руке присутствует. Не знаю, видно там или нет. Но я вытряхнул. Здесь стереозвук, поэтому два динамика внешних. Ну, естественно, там также отверстия. Также вода. Вытряхиваем. Далее берем иголочку. Смотрим, попала ли вода к нам в лоточек. Для начала я вытру все это место. Сейчас еще что я хочу сделать. Это следующее. Ну, я вам покажу, что все работает. И удалюсь на некоторое время. Там, допустим, через час мы продолжим, будет ли он работать. Слушайте, ну смотрите. Воды нет абсолютно. То есть, блин, не попала вода. Все шикарно. Здесь резиночка. Вот так это все выглядит. Смотрите-ка. Резиночка, прокладочка. В отличие от тех же самых Realme, они почему-то не хотят ставить. Сканер работает. Далее. Ну, тут все отлично. Шторка работает. Камера. Камера. Камера фокусируется. Фотографирует. Все отлично. Галерея работает, как видите. Так, смылило. А ну-ка. Вода там не попала? Так, ну, вроде бы воды нет. Пока нет воды. Видимо, это я сделал ошибку. Еще раз. Еще раз. Автофокус работает. Ну-ка. Проверяем. Да, все отлично. Воды там пока нет. Это 100%. Ну и звук. Давайте-ка что-нибудь подрубим. Да блин, не надо. Музло бы какое-нибудь. Ну вот, допустим. Слушайте, ну блин. Все отлично. Итак, что, я удаляюсь и возвращаюсь через полчаса. Для вас это все очень быстро пройдет. Для меня полчаса. Итак, друзья, немножко волнительно, до такой степени, что я даже не могу, ну, в принципе, уже полчаса прошло. Смотрите, активный экран работает. Знаете, волнительно, на самом деле, топить новый смартфон, так что с вас, естественно, лайк, конечно же, жду обязательно. Так, ну что, проверяем, что у нас, во-первых, по камерам. Так, ну, смотрите. Вроде бы как стекло не запотело, вода, то есть, туда не попала, где линзы, под стекло, это 100%. Так, ну и теперь по дисплею. Дисплей у нас абсолютно рабочий, да, все работает, все отлично, шторка работает, нет проблем. Проверяем камеру. Да, естественно, конечно же, потом, как он себя поведет, еще непонятно, неизвестно, поэтому подпишитесь на канал, там уже будет понятно все. Все отлично, посмотрите, абсолютно не мутная фотография. Шикарная камера здесь за свои деньги. Отлично все. Звук проверяем. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. И если с ним что-то случится, естественно, я, конечно же, об этом расскажу. Так, ну и что-нибудь, звук, чтобы проверить. Какое-нибудь музло бы включить. Так, ну, все на ваших глазах. Все абсолютно происходило на ваших глазах. То есть абсолютно честно. Вы это все видели, без всяких там склеек, монтажа. Все по-честному, абсолютно пропустите, ну и звук. Так, перемоточку проверим. Так, стопэ. Так, перематывается, все отлично, громкость. Отлично, все отлично, вроде бы как смартфон не пострадал. Честно говоря, я и рад. На самом деле, картинка здесь шикарная, смотрите, какая отличная картинка. Более того, тут же еще, наверное, в настройки надо пройти. Да, 480, ставим 1080. Ну и совсем другое дело. Я надеюсь, видео вам зашло, понравилось. Пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть. Может, еще какой-то смартфон утопить. Может быть, даже Poco X3, как вариант, да? Один из вариантов сделаю. Пожалуйста, об этом указывайте в комментариях. Надеюсь, что я вам угодил.
Поэтому обязательно поставьте лайк, я еще раз прошу. Да, я понимаю, что очень много раз выпрашивал это дело. Но, друзья, смартфон стоит денег. Ссылка в описании, где купить по самой лучшей цене, не забывайте. Все-таки пошел, было немножко волнительно. Теперь точно все. Всем пока.